Всем привет, с вами Агера, сегодня мы играем в SkyWars на сервере Hypixel. И да, мы продолжаем наши нубские приключения. Это очень хорошо, это очень весело и все такое. Я должен это все быстро полутать вот это. Вот это все быстро одеть, потому что на этой карте нападают моментально, просто вот нереально моментально. Тихо, там уже кто-то что-то пьет, и я что-то уже пью. Там уже кто-то с кем-то дерется, и я сейчас кто-то с кем-то буду драться. Тихо. Мне нужны его вещи. Тихо. Он там застраивается. Да, он застроился. Ах ты ж. Водёныш, вообще, какой ты плохой. Какой плохой вообще. Тихо. Что это было? А что блок сам ломается? Или уже не? А, у меня сейчас топор, я шоколох. Чё я так переживаю? Тихо. Привет! Пол хп. Просто пол хп. Тихо. Мне что-то аж стрёмно стало. А, дача один. Ну да, зачаровал, конечно, ты по полной. А где твои там хорошие вещи, например? Например, алмазный нагрудник. У тебя не было алмазного нагрудника. А как ты жил? Я не понял, как он жил без алмазного нагрудника. Ну ладно, сделаю тогда вот так. И защита от снаряда. Ну, такое себе. Ну ладно. Стрёмно. Да, стрёмно как. Обалдеть, от чего я боялся? Блин, кто слился? Я не понял. Можно мне ответить, пожалуйста? Ответьте мне, то есть, кто только что слился? Как? Я обалдел. Что это? Ну ладно. Ну да, сейчас у нас будет вторая игра. Продолжаем играть в SkyWars. Так, 2-1, все, я все понял, да, спасибо большое. Так, делаем вот так. Сразу вот это выкладываем, вот это берем, воду тоже берем. Вот это одеваем. Вот смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас, да, супер, спасибо большое. За такие вещи благодарю. Так, вот тут сундучок. Вот тоже хороший сундучок попался. Так, алмазный меч, это хорошо. Так, стопай. Я не понял, что это... Кто это такой борзый, который хочет идти ко мне? Или уже не хочет? Что тебе надо? У тебя хороший меч. Что ты там меч себе свой выкидываешь? Ну, правда, он уже тебе, я вижу, не нужен. Ну, окей. Тихо, что ты делаешь? Тихо. Нужно скинуть реген. Реген всегда помогает. Вот в таких ситуациях надо всегда использовать реген. Вот и в таких ситуациях. Не, ну в таких ситуациях ему, конечно, я вижу, ничего не помогло. Так, слушайте, мне кажется, или он вообще не лутался? Мне кажется... Ну, сейчас, секунду, посмотрю, что он здесь. Так он вообще не лутался, я так понимаю. Обалдеть. Как так можно было? Просто вот... Как так можно было? Да и мне кажется, он и на своем острове сильно не брал броню, потому что он был только в кожанке и в... Я надеюсь, допрыгну, хорошо. И в хороших этих... Как их там? Ну, короче... Леггинсы! Да, леггинсы. По ноже. О, так а чё ты не лутался? У тебя ж тут все топово было. Но уже нет. Вот если бы ты дал бы мне мои... То есть свои по ноже, было бы очень хорошо. Было бы просто идеально. Не надо, Hypixel, не лагай. Я тебя прошу. Ты ж мой друг, Hypixel. А друзьям нельзя лагать. Так, знаете что? У них там борьба. Борьба это хорошо. Так, вот так и вот так. Супер, просто. Идеально. Так, и строимся. Чуть-чуть. Хоть чуть-чуть продвигаемся. Так, знаете что? Вот парень. Как так? Даже я не знаю, что я неправильно сделал, что я в него не попал. Интересно мне очень. Так, яйца идут в бой, яйца и снежки, все, до свидания. Ну, да, ты живой, нет, почему ты живой, ты зачаровался, за тобой бегут, за тобой уже выбежали,
Куда-то упал. Куда-то туда. Так, Паже, не надо. Не надо там ломать подо мной блоки, пожалуйста. Не надо, пожалуйста. Скоро будет рефил. О, так, ну, можно же сделать вот так. И, или вот так. Или вот... Он упал. Вот так. 14 хп. Я живой. Я живой. Знаете что? Я живой. Я просто живой. Я уже очень рад, что я живой. То, что у меня мало хп, то такое. За ним, кстати, уже вышли. Слышь, пацан, тебе за тобой вышли, ты это понимаешь? Тихо. Вот так. Ой, 4 хп. Есть! Слушайте, я не знаю, это какой-то эпик вообще выживания только что было. Я не знаю, как я выжил. Это что-то было нереальное. Ну, вы это сами видели. Я, если честно, там в какой-то момент просто начал молчать, потому что мне так было стрёмно. Фух. То, что я выиграл, это, конечно, было очень-очень жестко. Ну, ладно. Это очень даже классно. Но сейчас у нас будет третья игра. Продолжаем играть в Skywars. И у нас здесь ночь, но сейчас будет... Смотрите, это магия, уже не ночь. Или это ночь, я даже не знаю, что это такое. Ну окей, сила 3. Да ну. Еще и вещи. Хорошие. Вот на этой карте тоже очень любят нападать. Вот прям сразу. Прям вот возродились. И давайте мы на кого-то нападем сразу прям. Так, знаете что, я сейчас на кого-то нападу. Потому что, что это такое? У тебя алмазный нагрудник. Что это такое? Как ты посмел жить с алмазным нагрудником? Знаете что? У меня 12 стрел. Это, конечно, не так уж и много, но... Ну, ладно. Так. У него 15 хп. Мало у него хп. Ну, да, он сейчас, конечно, отрегенится, все такое. Даже не знаю, что делать. Ну, нужно, конечно же, в него стрелять. А что же мне еще делать? Так. 2 хп. И до свидания. Так, у него здесь были стрелы, у него был хороший меч. У него вообще топ-лут был. Слушайте, да ну реально, ну что-то как-то... И вот он рубил все сундуки, я так понимаю. Вот сразу сделаем вот так. Сделаем вот так. Яйца тоже выложим. Восстановление, конечно же, сюда. И где его стрелы? У него было мало стрел. То есть у него их, наверное, вообще не было. Печалька. Так, блоков много вообще. Очень-очень много. Так. Я хочу жить. Очень хочу жить. Вот прям, знаете, как я прям очень-очень хочу жить. Так, 8 стрел у меня. Окей, мало, да. Я понимаю, конечно. Конечно, я все понимаю. Не, я не пойду к тому, потому что сзади кто-то в спину подойдет и убьет меня. А я этого не очень, если честно, хочу. Так что я буду просто жить, знаете, просто выживать. Так. Умри. Да, ты умираешь. Ура! У тебя мало хп. Ура! Все, ура, просто идеально. Так, острота 1. Эндер перлов у тебя было нереально много. Как ты посмел вообще умереть? У тебя было много стрел. Вот стрелы мне нужны. Мне очень нужны стрелы. 64 стрелы. Хорошо. Что у тебя здесь еще было? Сила 3. Ну, понятно, у меня тоже сила 3. Вот яблоки это то, что мне сейчас нужно. Мне очень... А, хотя не, мне уже реген не очень нужен, но яблоко я все равно съем. Так, у меня есть 7 эндерперлов. Это, конечно, очень-очень хорошо. Ну да, это реально очень хорошо. Так, огнестойкость пить не хочу, мне лень, понимаете? Илье лень пить огнестойкость. Так, 3 человека осталось, ну то есть я и еще 2. Вот главное сейчас не нубить, то есть я выиграю, если я не буду нубить. Просто главное не нубить. И того Стива главное убить тоже. Так, здесь, конечно, лута столько. Главное, чтобы тот ко мне не подошел. Прям со спины не убил меня. Так, ну вроде его сзади нет. Я так буду иногда оборачиваться, смотреть. Так, ну он мне яйцами ничего не сделает. Я надеюсь. Так, 17 хп, окей. Так, сзади никого. Да, лучник я, конечно. Ладно, может найду сейчас себе хороший нагрудник.
Ну, да, вот это я тоже заберу. Это мне тоже нужно. Так, хороший нагрудник. О, супер, супер. Идеально, просто вот, спасибо большое. Хайпиксель, ты молодец. Уважаю, просто очень. О, да еще больше уважаю, просто вообще идеально. Так, ну, знаете что, я уже могу с ним пвпшиться, то есть, если надо будет, я с ним попвпшусь. Если он выживет к тому моменту. Так, или если я выживу к тому моменту. А где он? Я его не вижу. Он, наверное, тоже пошел лутать. А, что? У него был эндерперл? Вы шутите? Немного стрел, хорошо. А где вообще, ну, как бы другой игрок? Я не понимаю этого момента. А, вон там. Вон его ник видно. Так, ну этот парень, конечно, мне не нравится он. Вот бы его скинуть вообще. Ну, что это такое? Что он там делает? Что ты там забыл? Тихо. Он тэпнулся? Да, он тэпнулся. Я это увидел. Я это прям видел своими глазами. Он кого-то сейчас убьет. Да, и можно тэпнуться к ним. Здорово, друзья! Вот это я тэпнулся жестко. Хотите, я вам реген кину там? Вам нужен реген? Нет, я вижу, ему не нужен был реген. Ну, окей, да, мы выиграли. Ура, 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 ура. Ничего себе, сколько здесь лука, лута. Что-то я путаю лук и слово лут. Вот что-то я очень путаю. Да, ну ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайка за этого нуба. Вот за вот этого нуба, вот видите, какой он жесткий. Он выиграл 3 игры. Вот это так жестко вообще, прям очень жестко. Ну ладно, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока!